Всем привет! Мы сейчас посмотрим еще одну заявку от Мартина. Мартин, мне интересно, почему ты слушаешь такие песни старые все? Вот, в этот раз мы посмотрим заявку на песню Fight Тобой. Это американская метал-группа, основана фронтменом Джудас Прист, Робом Хелфордом. После того, как он покинул Джудас Прист в 1992 году. Барабанщик Джудас Прист Скотт Трэвис, не уходя из группы, принял участие в проекте Хелфорда. Затем к ним присоединился гитарист Расс Парриш, гитарист и клавишник Брайан Тильси и бас-гитарист Джейк Браун. Музыка новой группы сильно отличалась от звучания предыдущей группы Роба. Это была смесь классического хэви-метала, трэш-метала и нового на тот момент грув-метала. Вау. Это тоже интересно, давайте сейчас посмотрим. Мы посмотрим песню Fight, группа Fight, песня For All Eternity. Вот. Я даже не знаю, что ожидать, поэтому давайте приступим. Мне очень сильно понравилась эта песня. Прям я обожаю, когда начинается такое медленно, а потом гитарами как развитие идет. Вот, это очень круто звучит. Правда, потрясающий такой четкий английский. Офигеть! Просто каждое слово я понимаю, каждый там как он там нараспев даже пел. Очень круто. Мне понравилась гитара. Мне понравился вокал, потому что это очень потрясающий вокал. Прям звучит шикарно. Сама музыка в целом мне понравилась, я даже не ожидала, что так очень круто звучит, и это лайв, такой чистый лайв, прям круто. Тут, не знаю, тут, наверное, какая-то харизма сыграла больше, потому что я сидела, слушала, наслаждалась, хоть там ничего такого не происходило на сцене, супер какого-то там шоу, но это было интересно слушать, это было интересно смотреть. И потрясающе, мне понравилось прям очень сильно. Мартин, крутая заявка, я могу тебе сказать, потому что я как бы такое вообще не слушаю. Естественно, для меня Джудас Прист я знаю, конечно, а вот его как сайт-проект я не знала. И для меня это было что-то интересное и шикарное, потому что очень круто открывать новую группу для себя, но при этом очень круто, когда артисты не делают похожий сайт-проект, ну, я бы так это назвала, на основной. Потому что здесь реально есть разграничения, есть отличия от Judas Priest прям сильно.
Это классно, интересно, кто... Ну, поделитесь комментариями, если кто-то был на их концерте, как вам атмосфера всего этого. Вот, лично мне понравилась вот эта вот такая лирическая, спокойная она и не сильно какая-то там трешовая, как предыдущая песня была. Я так что думаю, это очень круто и классно, что не сильно реально переборщили с трэшем, а достаточно в мере это сделали. Круто и честно потрясающе, я не знаю уже, что сказать, потому что меня это впечатлило, и мне это приятно было слушать, то есть я удивлена, приятно удивлена. Так что, Мартин, спасибо большое тебе за такую заявку, это очень круто, спасибо за поддержку, потому что для меня это, правда, очень важно. Также подписывайтесь на мой Patreon и подписывайтесь на все мои социальные сети, и до скорой встречи в новом видео, всем пока!